Так, это у нас 6 марта, 14 год. И, как я вижу, убрали убрали заграждение. Алексей Лукьянов не пошел в посольство, чтобы провокаторы, которые туда это устроили, там того, чего не нужно, не следил за этим. То есть вот такая была его роль. Поэтому это надо четко понимать и отделять это все. Значит, мы с Алексеем Лукьяновым являемся координаторами движения «Русский Восток», которое сейчас, собственно говоря, собирается силой и будет, собственно, двигаться к нашей общей победе. Поэтому, значит, еще если есть какие-то вопросы, я готов ответить. А так я бы предложил уже перемещаться ближе к облсовету и там высказать нашу. Я не конечная цель и цель нашего протестного движения — реализовать 5-ю статью Конституции Украины. Это взять народу власть в свои руки. Вот, собственно, и людей получается обратно на брата. И флагов никаких нету. По поводу того, стоит ли задача брать конкретное здание или брать какое-то другое здание или что-то еще. Значит, чтобы вы понимали, взятие здания само по себе задачу не решает. Решает другие вещи, решает рычаги связи и рычаги управления. Значит, поэтому мы будем действовать, исходя из ситуации. Значит, чтобы пролилась кровь невинных людей, этого никто совершенно не хочет. Я думаю, из присутствующих здесь тем более. Значит, милиционеры, которые вот там сейчас стоят, да, значит, это наши с вами сограждане, мы это должны понимать. Они сейчас волею судеб показались на стороне нашего врага, то есть наших тех олигархов, да, которые захватили сейчас власть с помощью фашистов. Но я думаю, что все это прекрасно понимают, да или нет? Да. Хорошо. Значит, таким образом, нам нужно сделать все, чтобы наш протест и наши действия были максимально в рамках действующего законодательства. Ни о каком сепаратизме речь не идет. Речь идет об автономии Харьковской области в связи с тем, что власть сегодня в Украине нелегитимна, та, которая сидит в Киеве. Это совершенно верно. То есть она захвачена насильственным путем, и, собственно, так это все и выглядит, как оно выглядит. Поэтому. Ну, бандиты, как бы, ну они, по крайней мере, как-то соблюдали закон, да, эти бандиты. Вот, тихо. Не будем сейчас спорить про бандиты, не бандиты, да, значит, ну, и суды, ничего не, они привели, по сути. Ну, что произошло? Режим Януковича мягко привел к власти фашистскую. То есть это была подстилка просто. И они как-то вот по мягкой ковровой дороге через дела наших героев Беркута, да, пришли. Я считаю, что Беркуту надо памятник. Так это кому-то цветы. Все согласны с этим? Беркут — это герой. Это герои нашего времени, которые своими делами стали на пути фашизма. Вижу георгиевская ленточка. Сегодня малолюдно. Вчера, говорят, здесь было
возле угла администрации. Ну, по словам организаторов этой акции, 1003 народу собралось именно, я не знаю, как назвать, а? Пророссийский, антимайдан, за федерализацию. Ну, в общем, не Евромайдан. А сегодня, конечно, пожиже.